Привет. Как обычно, вопрос, на чем таком я остановился тут? По идее, вот эту ерунду жарить надо. Но это можно чуть позже делать.
есть, наверное, все-таки надо сделать. Кстати, сколько у нас в ящике места вот в этом? Сотка. То есть он, в принципе, больше, чем вот эти вот. Еще и хранит лучше. Но это надо прям доски рубить. Делать. Не то чтобы это проблема, но надо делать. Пила уже в говно превращается. Надо, это, конечно, превращается, только вот новая пила делается прямо вот из этого камня. Не, ну ладно, чё. Что-то вот за обсидиан я не уверен насчет пилы. Вот прям сильно не уверен. Дюст 6. Сколько она там 3 кило весит? Да, ее сюда не возьмешь. Поехали, наверное, на берег. Поехали. Пошли. Сама цель. Карман бежит.
Блин, да я реально все это хочу поубирать отсюда. Мне это не нравится. Хоть это, наверное, не самая полезная трата времени. Надо будет еще одну лопату сделать. А термиты они вон че. Просто зажарем их. Тогда. Не, наверное, в баню это дело. Бегает тут, понимаешь ли.
Так, а сколько у нас осталось топлива в лампе? 7 дней. Это еще очень надолго. Так, это сюда. Сюда. Ну, в принципе, завтра можно будет отплыть. Построить еще один причал. Ну, оплату сделать. В смысле завтра? Ну, у меня вот ночь сейчас в игре. Надо поспать и завтра отплыть. Привет, Гелом. Сегодня я не поплыву туда. Темно слишком. Да, игровое завтра. Это будет через несколько минут. Да, максимум забьем. Так, насчет водички. Я бы, наверное, пару фляжек с собой утонул. И сколько мне камней нужно? Ну, что-то типа, наверное, еще 7. Вот так. Хотя у меня что, угольки, получается, закончились на маппинг? Похоже, кстати, да. Похоже, у меня их нет уже. Не то, что прям это плохо. Палки надо взять. А палки я что-то не подумал. Длинные такие. Там еще утонуть можно будет палки, но без гарантии, что они там есть. Я не помню, честно говоря. Есть они там, нету их там. Скорее всего, там уже станки разобрать будет.
Оно я бы еще апнуть, наверное. Чтобы у него емкость коробки была выше. Но это не быстрый процесс. Надо болт забьем. У меня, по-моему, еще гарпуна нет. Вот это, кстати, плохо. Ладно, я все равно сплаваю, конечно, туда, но... Есть вероятность, что придется плыть еще раз. Потому что про гарпун я забыл. Я даже, наверное, пару раз говорил, что гарпун надо положить вот в этот ящик, который у меня там за спиной. И так и не положил его туда. Так, нам ну, все скалы, насколько я помню. Кстати, вот к тому острову, наверное, тоже стоило бы всплавать. Чекнуть, что там происходит. Но в прошлый раз на меня акула тут точно нападала. Так, я вот прям вот здесь встану. Я вот здесь встану. Ну вон она. Сразу. Скотина. Я ж как только спрыгну, она жрать меня будет, да? Ну, конечно. Короче, понятно. Поплавал, проверяй. Без гарпуна здесь делать нечего. Димой кусаются сильно, сколько 21 хп она мне кинула. Порез. Вообще не очень. Это неплохо. Можно, наверное, сразу нафиг разогнать отсюда. Косики. Обычная пальма. Тоже обычная. Ну, мапить мне тут нечем. Маленькая пальма. Веревка, сок обсидиана. Ну, уже неплохо, в принципе. Давай сюда все свои кокосики.
В принципе, можно и здесь будку достроить. Вот надо ли? Я болт пока забью. Нормально тут этих скелетов. Не, я знаю почему так, но прям нормально их тут. Причем я читал про них хронику как раз здесь. Что тут их посвязывали, повыкидывали, чтобы они утонули. Ну вот. Реально посвязывали, реально повыкидывали. Я все хроник не читал, я их еще не все нашел. Но если кратко, здесь были люди, которые пили из колодца, ну, из этого источника молодости и были бессмертными, вот. Были все остальные. И вот все остальные по какой-то причине там заболели, я не знаю по какой точно. Они говорят, что бессмертные траванули, но не факт, что это так. Вот. И обычные люди смертные за это их половили. Собственно, или поубивали, и посвязывали, и так далее. Но бессмертные они в том плане, что они от старости не умирают. А если их специально убивать, то очень даже умирают. Вот. Так, ну либо здесь где-то парковаться, либо... либо вон там, сзади. Где этот, где причал... Здесь, на самом деле, наверное, неплохо. Хотя, если домик строить, наверное, вот где посвободнее. Без мусора, чтобы... Ну, привет, Олега, еще раз. Насморк мне накинуло. Ну, спасибо. Можно вот без этого всего? 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Так, какой план? Эх, план. Где молоток? Нету молотка. Могу собрать или сбегать за ним. Screen World Point принимает вектор 3, в котором x, y, позиция курсора, z, глубина, с которой брать координаты. Интересно, глубина относительно чего? Ну ладно, молоток тут есть.
Окей. Я уж думал, совсем печально будет. Ну, вообще, типа того. Нужно, только это уже 8. Сюда прилипать не собираешься, нет? Тебе не норм еще? Привет. Вот, теперь норм. Вечер добрый. Я на это могу ответить, что я каждый день с этим что-то делаю. Так что не удивишь таким. Молодец. А эти конструкторские штуки забирать. Я опять их мало взял. Вроде взял 24. У меня их вот сейчас 14. Ну прям... Прям больше надо. Могу банкнуть. Ну да, так-то можешь, но не можешь. А то и не по разу, да. Вернулся к Arena Godot, такие решил самый лучший движок из не слишком тяжелых и доступных для порта на Android. Всяко лучше, чем Unity звучит. Так, у меня палок было 4. 4 палки. Я хочу на самом деле окошко вот сюда вот бахнуть, наверное. Вот сюда. Здесь, наверное, дверь, а это все зашить нафиг. Так, и 5, 6, 7, 8. Вообще, мне 6 бы хватило, ну ладно. Я вот думаю, не попробовать что-нибудь на Гадоте написать мне. Чтобы не просто голословно о нем разговаривать, а чтобы иметь какой-то опыт. Хотя бы уровня там крестиков, ноликов, сделать какую-нибудь херовину. Так, окно должно открываться туда, на улицу.
Я очень надеюсь, что вот эти штуки одинаковые в разные стороны. Что-то мне, конечно, подсказывает, что это не так, но типа... Что я хотя бы не буду это увидеть, что они одинаковые в плане... Я не буду знать об этом. О, это клево. Как вам такое? Дверь на макете. Открыть, закрыть. Уровень привряд. Ну, привряд на самом деле посложнее делается. Я взял торг, потому что торг хорошо знаю, но Гадот не хуже по отзывам. Ну, если знаешь, то да. Это понятно. Шанс травмы есть. Нехорошо. Так, давайте, наверное, снимать эффекты негативные. Мне, кстати, нужно будет бинтиков наделать. Самых простых. У меня нету их. Так, заночевать. Ночевать можно на корабле. Я сегодня уже не буду возвращаться. Так, причалить. Идет. Ну и спать, да, потому что... Ну а когда еще? Да, фляжки взять с собой, это было неплохой идеей. У меня еще финики, по идее, там лежат. Есть 8. А, мне хватит, кстати. Я думаю, что мне не хватит, а мне хватит. Ну, то есть, грубо говоря, для того, чтобы сделать вот такую вот сыроюху, мне нужно 24 набора. Это 6 деревьев расфигачить. Нет, это не медный, это первый самый еще. Я вот здесь у меня есть точка перемещения, вот здесь точка перемещения, вот здесь вот строю еще одну точку перемещения, ну, в смысле, уже построил. Еще я хотел бы вот тут еще одну поставить, вот в этом месте. По логике еще где-то вот здесь нужна, но фактически вот в этой части ни хрена ценного нет. Вот здесь есть месторождение обсидиана, здесь есть пещера и рыбалка, здесь проходка в горы, здесь я живу, вот. Вот здесь есть какое-то хотя бы какая-то логика в том, чтобы это тут строить. Чего, например, ПГ, там даже удобно снова составление диалогов через текстовую панель. Но время с этим хочу, чтобы чат ГПТ помогал писать диалоги за процедурно сгенерированных персонажей. А что значит помогал писать диалоги за процедурно сгенерированных персонажей? И что имеется в виду под, ну, процедурно сгенерированными персонажами? Что ты хочешь с ними делать? Ты хочешь систему кастом-квестов или что ты хочешь? Или как раз ответ на вопрос, я не знаю, чего я хочу. Я кого? Так, я бы, наверное, с пещеры просто все вынул и разобрал, и, наверное, там бы уже не оставался. Ну или не все вынул. Сейчас я подумаю еще. Так, ну здесь есть верстак, есть поднецкий станок, ящик, в котором есть финики, которые можно сожрать. Ой, что тут еще есть?
Топор это не очень интересно. Есть листья, кстати говоря, можно здесь бинтиков все накрутить. Есть немного наборов строителя. Ну это все такое себе. Пилу можно доюзать. Кожный рюкзак мне отсюда точно нужен. Кость давайте сразу сломаем, чтобы она не валялась. Уничтожить. Камень не смог спавниться в море или под землей. Это калит. Ну. Находишь точку, где ты собираешься заспавнить по координатам X и Y. Смотришь, где там находится террейн. Какой-нибудь рейкаст туда пускаешь, смотришь, куда он пересекает. Потом смотришь высоту персонажа, ставишь его чуть-чуть выше, чем террейн. Сантиметров условно на 10. Вот, профит. Но если там будут постройки еще какие-нибудь, тогда надо сложнее логику писать. Представление переделать персонажа и их диалоги, он думает, что возникнет по волшебству от чат ГПТ. Ну, вспоминается этот, как его. The Elder Scrolls Daggerfall. Не Morrowind, а именно Daggerfall, вторая часть. Они там сделали огромный мир, процедурно сгенеренный, где есть куча пустых коробок и куча персонажей, которые шляются по городам. Ну, то есть город там — это прям город. Ты по нему ходишь, а у тебя там несколько сотен строений в городе может быть. И ты ходишь и пытаешься понять, где эта ебучая таверна и куда тебе вообще надо. Где там эти персонажи нужные среди кучи сгенерированных. С одной стороны, в этом есть свой прикол, с другой стороны, ну, это километры ненужных персонажей и ненужных коробок, которые неинтересно изучать, потому что в них ничего не происходит. Ну, кто бы сомневался. Здесь даже вода есть, кстати говоря. Что, и сушеные грибы есть? Погодите. А знаете что? Они ни хрена не испортились ни на единицу, пока они лежали вот в этом станке. Меня здесь не было ни 50. Они должны были скиснуть, но они вообще не скисли. Вот где надо хранить еду такую вот. Запасную. Хотя, конечно, 8 еды это, ну, такое себе. А финики, ну, вот они здесь лежат. У них здесь еще 79 дней. Они сейчас протухли наполовину. Ну, то есть, если я их выну отсюда, у них вообще будет прочность 40. Ну, да. Вот. Если положить их в нормальный ящик, даже эти еще полежат 160. А если я новый засушу, это будет 3 сотни. То есть, с одной стороны, это можно обузить, с другой стороны, а надо ли это обузить? Это же вроде и так прекрасно все работает. Предположение о причинах нескисшей еды? Я думаю, просто не учитывается тик-таймер на этих, на сушилках. Что тут предполагать-то? Команде только так, конечно, у меня будут ключевые персонажи, важная локация сделана вручную, то есть будет город А и город Б, а может между ними процедурный. Ну тут вопрос в том, ты хочешь нагенерить рандомные шняги в городе для того, чтобы у тебя город выглядел как город, ну то есть имел какой-то объем, масштаб, или это будет окей, если у тебя будет не город, а там условно 10 домов, каждый из которых имеет какой-то смысл. Может, это не прогруза? Не думаю. Ну, то есть, я же поставил грибы, и я здесь какое-то время терся, в принципе. То есть, вот сейчас, например, единичка скисла, вот, пока мы разговариваем.
Ну, то есть, насколько бы ты оно оттикнуло, пока я еще не свалил отсюда? Так они же не будут уникальными. Как они будут уникальными? Ну, в том плане, что первый раз, да, первый раз человек этого фигни все не видел, он такой, воу, окей. Но второй-то раз он пойдет по той же дороге, а не по другой. Прикол, дорога будет сменяться каждый раз при выходе из города. Хорошо. Тогда я спрошу, а каким образом у тебя дорога ну, вообще выглядит? То есть это у тебя набор отдельных локаций или что это такое? Не, я представляю себе, как сделать такую штуку. Просто тогда нужно немножко больше понимания о том, чем это фактически является. Может быть, это, кстати, не сюда наваливать? Ну ладно, молоток-то тут точно надо оставить, он мне не нужен. У меня там получше есть. Вот это надо с собой забрать. Это все. Финики я, кстати, скорее всего, просто тут тупо оставлю. Удочку. Грибочки. Пилу, лопату, да. Где обладаем были процедуры генерируемые уровни, в этом ничего фантастического нет, просто стыкуются готовые квадраты. Ну да, комнаты. Я не говорю, что это сложно сделать. Я скорее про то, что ну, как? Как это будет ощущаться с точки зрения геймплея? Вот ты выходишь из города А в город Б. У тебя что идет? У тебя есть одна, как, длинная дорога кишка, у тебя есть несколько локаций, по которым ты перемещаешься. У тебя есть открытый мир, ты можешь свернуть из города А в город Б, ну, который состоит из плиток, к примеру, и попасть в город С, который находится не по пути. Или ты путь заранее определяешь, что ты идешь точно вот оттуда и вот сюда, и тебе игра подсовывает сколько-то там локаций по пути. Не, просто если плиточками, то это легко делать. Если это не плиточками, если это делается бесшовно, то это прям, ну, бесшовно и рандомно, это прям сложно будет. Я бы на такое не замахивался. Кусок кремния. Не, кусок кремния, я думаю, мы заберем. И наборы строителя заберем. Рукоятку можно забрать. Вот эти ветки. Да, уже перебор, понял. Да, без вот этих палок нормально. Берем их как в майне для начала. Ну, майн бесшовный. В майне все по чанкам разделено. И я бы сказал, это довольно сложно. Ну, не то чтобы непонятно, как это делать, но это прям сложно. Особенно если еще потом делать стыковку между биомами.
Самое простое, что я бы делал в таком случае, это делал бы именно какие-то комнатки отдельные. Ну, то есть у тебя твой персонаж или там пати заходит с одного угла, у тебя есть, ну, что-то интересное в центре, и ты после этого идешь, ну, там, либо напрямую дальше через локацию, либо левее, правее. Хороший пример — это Stone Shard. Вот. Что-то типа того. Там можно сделать, чтобы эти локации легко менялись одни на другие, соблюдая какие-то там правила переходов биомов. Так, я, наверное, все это не помещу на корабль, да? Я вообще хотел бы доплыть сегодня обратно. Ну, вообще даже помещу. Или даже не пытаться помещать, а просто... Просто нажать М, нажать точка перемещения, 1:50. Оп-шлеп. Улучшение, веревка из лиан. Кстати, веревка тут есть. Улучшение. 1:24. Давай. Ремонтируйте корабль перед апгрейдом. Вот так вот. Так, а где у меня ремка на корабль? Тогда тоже нужно все стыковки биомов представить у всех направлениях. Например, для 8 биомов это 8 на 8 на 8 тайлов. Ну, если это сделано комнатами, то я бы сказал, там 4 переходных нужно, причем которые ты можешь крутить еще по, от 90 градусов, так что тебе так-то нужен один переход вообще. Если делать уголки, тогда, ну, чуть больше. Но опять же, можно тоже вращениями подсрезать количество. Можно не все биомы коннектить между собой. А насчет системы, если игрок будет приходить в город по воле рандома, или если прошло 20 ходов, ему будет предложено прийти куда-то каждые 20 условных локаций. Ничего не могу сказать на эту тему в плане играбельности. Так, а ремка у меня не в этом ли лежит? Просто в ADXX ты говоришь про, наверное, тайлы отдельные, которые реально стыковать надо. Ну, то есть, когда у тебя плиточки видны на одном экране, две рядом, там без стыковки мир посыпется. Я говорю про крупные комнаты, когда ты заходишь в локацию, у тебя вот одна локация — это биом или переходный биом. И ты пока не выйдешь с одной локации на другую, ты другую локацию не видишь, у тебя есть перезагрузка локаций. Если делать так, ну, типа как в том же Storm Shard, тогда тебе не нужно прям все совсем коннектить. Так, а как у нас ремонтные наборы делаются? Так, хороший делается из веревки, простой делается из палок и... Ну, вы поняли. Да, я думаю, можно вот этими заштопать два раза и не тратить хороший набор, потому что мне, честно говоря, лианы жалко. Если бы их не было так мало, я бы не парился. Ой, так, ладно, тогда давайте к дому пока. Кстати, наверное, четвертую штуку я могу не строить, четвертый причал. Я могу сразу на медный поплыть. Я просто хотел построить, чтобы понимать примерно количество ресурсов, которые мне нужно.
Потому что если здесь у меня не проблема туда-сюда сплавать, я не ограничен ни в еде, ни в воде, вопросы решены с этим, то на Медном острове все несколько печальнее. Там надо подумать, что с собой взять. Я, собственно, хочу каноэ апнуть, потому что... Фонтан не нашел. Я не думаю, что я его найду в раннем доступе. Потому что фонтан, он как конечная цель игры, а игра-то не полная. Так что я думаю, мы до него просто не дойдем. Так, ручки, наверное, сюда... Да и это, наверное, тоже сюда. Кремень сюда. Столом играть, ну... Так-то игра хороша, и я бы сказал, что можно подождать, когда она полностью выйдет, и играть уже тогда. Надо быть в роль бесплатного бета-тестера. Ну, сейчас каждая вторая игра так выходит. Вон, про тот же Z-Zone, когда разговор шел. Но это был бесплатный бета-тест тоже. На раз мы тоже подрывались, когда он только выходил. С собой точно надо взять пару досок. Я думаю, мы можем совершенно спокойно их просто принести. Ну не совсем спокойно, но можем. Мне вот интересно, если я нажму, написано, часть ресурсов может быть потеряна. Давайте-ка я, наверное, заскриню это и сравню с тем, что мне изначально предлагают. Улучшенный плотницкий станок. Одно бревно, 6 палок, 2 веревки, 2 руды, 2 доски. Да вроде все на месте. Другое дело, что я все вот это вот могу сделать и на новом острове. Там весь вопрос будет в том, что... Надо бы с собой уголька взять сразу, наверное. Хотя я и уголек там сделаю. Там весь вопрос в том, чтобы я спокойно мог выживать. Даже не просто выживать, весь вопрос с водой. Будет у меня вода или нет.
Доски пока сюда, наверное. Насчет того, чтобы вместо кирки молоток таскать. По-моему, хорошая идея. Надо бы еще камней где-то налутать. Починить секстант, без меди никак. Ну, добыть медную руду, сделать медный слиток, починить секстант, сделать перо и чернила. Секстант медью чинится, да. Это квест с медного острова, поэтому на медном острове медь предполагается, что ты добываешь. Жмобуковый контейнер на 15 заполню, сколько ты их и бери. Я возьму, мне сейчас нужно подготовить строительные материалы. Я хочу приплыть и сразу там собрать вот эту конструкцию с пирсом, с домиком. И в ней заселиться. Потому что если здесь у меня, ну, грубо говоря, все уже налажено, то там-то у меня жопа голая. Еще и сверху солнце печет. А, кстати, сейчас ремкиш надо еще было сделать, да? Много чего надо. И то надо, это надо. Все надо. Ну ладно, сегодня, наверное, дерево рубим. Сейчас я дорублю вот это. И можно, наверное, в ту рощу пойти. А, здесь уже есть на месте. Что, 24, я бы сказал, это прям впритык. Наверное, лучше больше сделать. Они весят по килограмму, поэтому их можно накидать. Ну, много можно накидать. Не хочу пеньки оставлять. Так-то вроде в этом смысла нет, но с другой стороны я никуда не спешу. Могу и не оставлять пеньки. Сюда. Угу. Контейнер места нет, говорит. Такое себе. Интересно, а вот там вот деревца обновились уже или нет? Мне нужны две палки, в принципе. Ну, живность там обновилась. Надеюсь, и деревца обновились. Опять железный топор пошел в дело. Отвратительно. Так, ну две палки я лутанул, это нормально.
Так-то, Ват, ты прав, но... Но... Это если хочется именно вкатываться в игродел, как в профессию. Сюда, наверное, тоже сюда. Я вот думаю, обойдусь я текущими запасами или нет. Так, для ремок мне нужны, кстати говоря, палки. Нужно два простых набора. Это листики и палки. Причем один у меня есть, в принципе. Ремонт. Простой ремонтный набор. Длительность процесса 3 часа 12 минут. Вот это жопа. Максимально проще минус 57. Ага, то есть он еще и... Я понял. Это все не так-то просто. На самом деле. Хоть коной можно, то может проще разобрать и новый собрать. Да не, я починю. Ну, то есть, это, конечно, занимает время, но новое, во-первых, 10 часов крафтится, во-вторых, там два уровня апгрейда, а не один. Ну, то есть, вот я сейчас сделаю апгрейд, и там еще будет апгрейд выше. Другое дело, что возможно, что следующий апгрейд медь требует, а меди у меня нет. И я не получу медь, пока не поплыву на нем. А как только я на нем поплыву, я его поломаю. Но... Как? Но это будут те самые неэффективности, которые связаны с тем, что я механик игры не знаю. Что поделать? Так, эту фигню сюда. Наверное, можно пока жаркой заняться. Пару лепех собрать, сырое мясо пожарить. И я не уверен, что я могу разобрать каноэ, честно говоря. Так, давайте две половинки. И... Где тут эти грибы? Тут больше надо жарить, кстати говоря. Пять и три дня. Не, можно не жарить больше. Можно хер пока забить. Хотя, стоп.
Нет, давайте хер не будем забивать. Мне же эти нужны еще. Винтики. Меня тут чутка отвлекли. Давайте, наверное, вот этих понаделаем штук. Вот этих. Повязка из распаренных листьев. 2 часа. У меня остается еще на кусочек мяса. По 0.1. Ну это не проблема, значит я их с собой таскать буду. Так, насчет мяса. Кстати, эта штука еще и ХП восстанавливает. Раз, два. Пойдет. Чтобы починить, точнее не починить, а апнуть, нужно взять веревки с собой. Сухожилия надо где-то налутать, и непонятно где их лутать, потому что с кабанов куча мяса падает, сухожилия падают, но так себе. Можно попробовать шакалов, наверное, поразматывать, по идее с них должно падать. Прям уйти на север и всех их тут погонять. Не так уж и мало здесь. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ты что-то сухожилия не лутаются так просто. Я тут пекарей пытался стрелять, но с них что-то не падает. Плохо, что у меня оружие такое себе уже. Так, а у нас здесь получается все ободрано, между прочим. Я-то думал, сейчас налутаю. А палок-то нет нифига. Можно, конечно, еще в самом лесу эти светений порубить. Хочется животное. Ну так ты охотишься или где ты-то? Охотится он тут на меня. Мешает палки собирать. Охотник хренов. Да, наверное, надо еще в лесу бы что-нибудь подсобрать. Ну и я, наверное, спешить никуда не буду. Я сейчас так его, потом вот так его. Потом еще, наверное, вот так его. Это мы с собой заберем. Оттащить его, конечно, отсюда долго. Чё? Будет гравитация работать? Всё, пнуть еще-то можно, чтобы быстрее катилось.
Не совсем туда, куда надо, едет, но с другой стороны. Ладно. Не то, чтоб сильно мне гравитация помогает, так, чуть-чуть. Балок 13. Это сюда. А тут листьев, кстати, вообще дофига скопилось. На ремонтный набор будем юзать уже не, ну, не ночью. Да. Тут непонятно, когда он на приколе стоит, он вообще получает урон или нет. Еще отойду на пару минут. Так, вернулся. Что у меня вообще здесь по наборам строителя? 16. Это тоже можно сюда кинуть. Это еще, наверное, 3 минимум.
еще 4 здесь будет. На веревку 3 листика. Да, сюда таскаться много приходится. Я вот думаю, еще может быть типи сделать сразу и с собой его забрать. Звучит вообще как план. Ну, то есть шкура у меня уже на него есть. Шкуры надо пошить между собой, чтобы сделать крышу. А 6 палок, ну, придется в разобранном виде принести их. Просто дерево какое-нибудь пильнуть, ну, точнее, 2 даже дерева пильнуть. И ну, лучше на верстаке из них палок наделать, потому что палки, ну, короче, в округе их ни хрена нет, они респятся долго. Вот. Дождя бы мне еще сюда. Тут что-то как-то... Как-то нет его. Ну и ящик мне тоже, да, надо будет сделать. Точнее, ящика 4 доски надо будет с собой забрать. Минимум. Лианы я, наверное, заберу. Так, давайте посмотрим, что на типе надо. Три нити сухожилий, понял. Надо идти охотиться. Вот. Что у нас стрелы делаются? Стены делаются поштучно. Каменные по 3. 4, 7. Обсидиановый дорого, наверное. На костяных можно делать. Да, и получается, что палок у меня тут нет нифига. Дня 9 часов. Так, вода вроде есть, но чё-то её немного. Чё-то её вообще немного. Да, в этих слотах они, кстати, тоже не весят ничего.
Я думаю, возьмем тележку с собой. Можно, наверное, даже затемно выходить. А туда ли я иду? Найти-то надо было вот туда, в другое место. О, хорошо, что она разворачивается. Блин, удобно сделали. Прям реально удобно. Кстати говоря, может быть, если я уж к источнику воды топаю, взять с собой пару фляг на всякий. Не весит это там немного. Сорок там вряд ли будет единиц, но может быть хоть 20, не знаю. Хотя вообще давно не было дождя. Может, уже все и высохло нафиг. Давайте уже наконец эту фигню отсюда заберем, а то она тут валяется, и я на нее постоянно реагирую. Сверяемся, вон нам туда. Так, ну где эта собака?
Не, я хер знаю, что тут без топора делать, честно говоря. Шесть хп, ну зашибись, охотился, проверяй. Так-то копье, конечно, неплохо, но во-первых, хер попадешь, во-вторых, на шакалу, боюсь, нужно два копья, а не одно. Меня, видимо, и убить сегодня решили. Ладно, раз уж я сюда попёрся, давайте, наверное, я дойду до цели. Но мне вообще это не нравится. Меня все это время спасает только топор, который вот уже сломался почти-почти. Ну да, ну да. Хотя бы выкинем с источника питьевого. Наверное, отсюда все постараюсь вывести, раз уж я приехал. Нормально я этих штук налутал.
В темноте поеду. Да, я, наверное, сейчас доеду до дома и стопну стримец. Потому что неплохо было бы поесть, вот. И у меня стримы короткие, конечно, тут получаются. Можно было бы и подлиннее. Ну ладно. Где дождь? Здесь стоит. Надо жраться. Лепешечку еще. Ну, 68 хотя бы. Чё-то, короче, боевка пока
не очень дается. Она нормально давалась, пока топор был. С топором изи. А, видимо, лучше брать копье, а не топор. И не кидать его, наверное. Хотя, может быть, и кидать, там надо смотреть. Скорее тыкать, если оно хотя бы, ну, то, те же 50 накидывает, как и топор. Но не будет участвовать в крафтах, если у него там будет сотни-полторы применений на старте. Мне, наверное, этого бы надолго хватило. Вернулась, а я тут поесть пошел. Ну да. Я, может, потом еще кощу запущу, но... Как обычно, ничего обещать не буду.